Добрый день! Сегодня с вами будем готовить самый вкусный торт без выпечки. Ягодно-сметанный торт. Готовим вместе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрим, какие ингредиенты нам нужны. Рецепта нам нужно ягоды. У меня мороженые ягоды. У меня есть чуть-чуть клубники. Тут разный вид ягод и малины. Смородина тут есть. В общем, все. Мне нужно 1 килограмм сметаны, чуть-чуть сливок, 20 сантилитров и чуть меньше стакана сахара. Если вы любите чуть сладкое, больше сладкое, ставьте 1 стакан сахара. И если у вас нету, я сегодня буду готовить на агар-агаре. У меня 1 пакетик 4 грамма на все это. Если у вас нету агар-агара, готовьте желатином. 30 грамм желатина. Желатин нужно взять 30 грамм желатина, разбавить 100 граммов воды и подогреть все это. Желатин должен набухнуть. И потом только вы его подогреваете. Берем нашу сметану. Это готовится все очень быстро. 15 минут и все готово. Потом ложим все в холодильник. Даже может быстро, если все смешиваем. И подогреваем наш агар-агар. Вот так, нашу сметанку. Я беру 1 килограмм сметанки, так как у меня две таких коробочки по 500 грамм. И вот на 1 килограмм. И агар-агар тоже пакетик на 1 килограмм. У меня там 4 грамма агар-агара. И он на 1 килограмм написано делать его. Так, чтобы не перепутать ничего, я сделаю все на килограмм. Этот рецепт мне очень понравился, так как не нужно готовить, включать духовку. Если у вас есть день рождения или что-то, быстро придут какие-то гости нежданные. Вы знаете, вечером позвонили, утром и вечером придут гости. Можно приготовить и не очень затрудняться. И когда жарко, сейчас лето, плюс 30 градусов, жара, духовку вообще не хочется включать. Так как вот поэтому я готовлю очень быстрый торт. И этот торт очень красивый получается, на день рождения можно его. Я положила сметану, всыпаю мой сахар и все сейчас миксером быстро его прокручу, даже не взбивая. Просто все вместе соединить нужно. Наш агар-агар. Я сделаю, разбавлю все это в сливках. Можно разбавить это все в молоке тоже. Вот я выливаю сюда, ну так как это сметана и что-то хотелось погуще. Вот я ложу сливки в пакетик, 20 сантилитров. И нужно на агар-агар сразу размешать холодный. И потом только его растопить. Я сделаю это все в микроволновке. Размешиваю все. Хорошо размешать нужно. Размешала и ставлю подогреться. Не нужно его кипятить, но хорошо подогреть. Подогреваем нашу смесь агар-агара и наши сливок 1 минуту 30 в микроволновке на максимум. Или можно подогреть это тоже на плитке, но до кипения дошло, сразу выключайте. Сейчас будем все смешивать, нашу смесь сметаны с сахаром и наши сливки. Я все буду смешивать миксером. Если у вас нету миксера, можно это все смешать рукой. И будет тоже хорошо. Так что приступаем все смешивать. Не на большой скорости, а потом на большой все смешаем хорошо. Вот так все сделаем. Вливаем нашу смесь. Хорошо перемешали. И все вливаем сюда. Весь агар-агар с нашей сметанкой смешивать будем. Вот так. Все, все нужно сюда, внутрь. И все смешиваем миксером. Все смешиваем.
Все вот так мы перемешали миксером. И сейчас будем добавлять наши ягоды. Ложим наши все ягоды, которые у вас есть. Что вы даже любите. Если есть что-то, что вы не любите, не ложите. Нужно ягоды, которые вы любите. И все будем перемешивать. Вот так положили наши ягоды. И сейчас все перемешиваем наши ягоды, нашей смеси с нашей вкусненькой сметанкой. Сметанка всегда это вкусненько. И будет очень вкусный наш тортик. Тортик нежный будет и очень приятно его кушать. Дети обожают такие тортики. И как вы видите, это очень быстро готовится. Все вот так перемешали. И эту смесь будем ложить в наши формочки. У меня есть две такие формочки. Мне кажется, в две нужно влить, потому что одну очень мало. Вот такой у меня домик есть для деток. Это очень красивая формочка. Они обожают, когда приходит эта формочка. Вот так будет перевернута. Вы увидите. Очень красивая получается. Это вторая формочка такая. Более классичная. Так, вливаем наш всю смесь сюда. И расправляем, чтобы везде прошло хорошо. Вот так. Этого достаточно. И все остальное в следующую формочку выливаем. Вот у меня будет таких два красивых тортика. С одной стороны столика и с другой стороны столика. И это будет, у каждого будет свой тортик. Гости будут рады и будет много чего покушать. Вот так. Это очень вкусно. Все расправляем вот так. И так это тоже все, чтобы все хорошо утрамбовалось. Все хорошо разошлось. Эту формочку силиконовую я поставила на досточку, чтобы сразу ее перенести уже в холодильник. Вы осторожно, чтобы, потому что она выльется, она же мягкая. А эту формочку уже можно брать руками, так она тверденькая. Но силиконовую вы положите всегда на какую-то досточку. Вы уже готовили с агар-агаром или это первый раз какой-то рецепт вы попробуете? Конечно, можно приготовить это с желатином, но у меня желатина здесь нету. Во Франции в основном желатин продается в таких листах, и с ним более трудно приготовить этот рецепт. С агар-агаром более лучше, легче приготовить этот рецепт, поэтому я взяла агар-агар. А вы готовьтесь с желатином, это для вас проще. У вас быстрее можно найти желатин, и это упростит вам рецепт. Рассказывайте, какие рецепты вы готовили, например, какие-то другие тортики вы знаете с желатином. Давайте делиться вместе в комментариях, пишите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поддержите лайком, это поможет каналу развиваться. YouTube смотрит, если больше подписчиков, значит канал интересный, так что подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось. Такой тортик у меня получился. Приятного всем аппетита! Вот мой рецепт готов. Приятного вам аппетита и до скорой встречи на моем канале. До свидания!